А я приглашаю на сцену актрису театра и кино, певицу, автора песен Екатерину Волкову. Во-первых, вы сами тогда говорили, что вам стало скучно жить. Вы мне очень симпатичны. Но работа есть работа. Как вы думаете, где изгнанники из теплых краев смогут думать не о закате, а о рассвете? Я принесу тебе рассказы, анекдоты из журналов моих. Добрый вечер. Привет. Привет. Катя, вот смотри. Ты актриса, ты певица, ты автор текстов песен, ты джазовая певица, автор песен, модель, создатель собственного бренда одежды, владеешь фортепиано, даже хоровым дирижером являешься, занимаешься благотворительностью, еще ты мама. Как ты это все успеваешь? Расскажи. Ой, я уже бабушка, Алик. Боже! Это мы не записываем. И именно мои дети и теперь внук вдохновляют меня и дают мне много сил. И я просто еще талантливая. Кать. И скромная. Ты еще и красивая. Я даже не знаю, что страшнее, талантливая или красивая. Красота – это страшная сила. Твои песни звучат в различных кинофильмах. И я уверена, что мы просто обязаны, мы имеем право услышать одну из них в нашем гала-концерте «Смотри, чита». Да, с удовольствием я спою песню, которая звучит в фильме Сергея Соловьева «Асса-2». Она называется «Она» песня. Захочет воздуха, да птица, что сидела и смотрела на. Открой ей окна и все двери, отпусти, и полетела она. Летела, пела и горела солнце, яркая звезда. А ночью небо потемнело, и взошла луна. Она знает, что вернется к тебе прикоснется она. Свежим дыханием она через оконце первым свиданием она знает, что вернется к тебе. И коснется свежим дыханием через оконце первым свиданием. Я принесу тебе рассказы, анекдоты из журналов моих. Я пропою новинки и модные, оденусь света малой зари. И не кляни меня, любимый, обещаю, я невинна с тобой. Я проскользну под одеяло, незаметно поделись сном со мной. Знает, что вернется к тебе прикоснется она, свежим дыханием она, через оконце первым свиданием. Знает, что вернется, прикоснется свежим дыханием, через оконце первым свиданием.
знать, что вернется к тебе. К тебе прикоснется она свежим дыханием, она через оконце первым свиданием знает, что вернется. Прикоснется свежим дыханием через оконце первым свиданием она. Екатерина Волкова! Спасибо! Спасибо! Спасибо, Катя! Спасибо! Катя, иди кланяйся еще раз. Тебя не отпускает чита. Все. Спасибо. Я очень-очень благодарна за любовь зрителей. И очень рада видеть вас и стоять на этой сцене. Надеюсь, еще приеду со спектаклем. Спасибо. Ну, вслед за очаровательством.